Еще одно помещение не провались. Нахождение части числа. Блин, хорошая колбаса. Магазин кулинария. Мы в сарайчик зашли. Тут такой потолок интересный, книжками детскими подшит. И смотрите, какое чудо. Санки едут сами. Блин, это, короче, вот реально из этого, из фильма про Алёнушку. Вообще таких никогда в жизни не видел, друзья. Вот это антиквариат. Вот это можно забрать. И в музей оттащить. Это, кстати, детская люлька подвешивалась. Тряпки нету. Видите, рамка. Это детская люлька. Там Илюха что-то нашел крутое. О, нифига себе. Она железная? Да, и железная. Ну-ка. Это либо лампадница, либо, не знаю, колокол. Не, ну не колокол, ну что-то крутое. Вот это, ну это какой-то декор, да? Старинный. Как-то или так, или так. Ну, иногда чистить, ну да. Смотреть. Да, глянь. О, вообще, да, тоненькая. Очень тонкого стекла. Ну да, 19 век те же. Дэтмен тоже. Вот пузырек аптекарский. Да, тоже старенький. О, что написано? Что-то импортное. Пектусин. Пектусин. 200. Современный, нет, как думаешь? Смотрите, просто руками. Я не знаю, что это. Сейчас он наш историк посмотрит. Да, мне это кажется, это подножка от какого-то либо графина, либо... Смотри. Ух, нифига себе. Это, блин, я не знаю. Это, мне кажется, то, что второй вот это ты нашел. А мне кажется, там стекло было, смотри. А тут стекло, да. Ну, типа это, знаешь, это, возможно, как ваза стояла. Да нет, это стеклянная колба. Стеклянная колба была, потом вот это было. Колба стеклянная была у лампы. И вот так вот она строилась. Я думаю, что вот это от лампы, скорее всего. Я тебе говорю, там угол надо разгребать. Блин, ну это прям вообще, ну она не... Вот эти могут быть в комплекте, но это прям тяжелое вообще. Литье бронзовое. Да, ты... Офигенно. Сейчас мы этот угол еще посмотрим. Тут что-то прям... Чисто на руках. Так, тут опять что-то железное. Ну это банка консервная. Такие, вот так мы и роемся прям руками. Еще банка консервная. Блин. Ух ты! Какая классная бутылка, офигеть. Что написано? Фармация. Фарма. Да, Олег там сзади переводит. Аптека. Смотри. О, а, у меня есть такая аптекарская. 19 век, да. Вот тут с надписью. Да, да, да. Подожди, а что? Что нарисован-то? Орел? Или нет? Ну смотри, что нарисовано, кровь вообще, вот это ты нашел, это круто, вижу. Не представляете, вот этот человек хотел уходить, я говорю, давай я угол вот этот разгребу, просто вот руками разгребаем сейчас вот, просто здесь, и тут что-то прям, так, это как хорошо, что я руки не распорол, осколки еще одной бутылки. Просто такой вот азарт, что просто... Разгребаешь руками тут. Ух ты, еще одна бутылочка аптекарская. Вот, тоже целая. О, прикол. Мы какой-то аптекарский угол нашли. Да. Не без надписи. Там что-то есть. Ты я тут этих бутылочек смотри. Офигеть. С надписью, погоди, погоди. Че там? Так. Большой Тамбовский. Кисель. Тамбовский. Кисель, аптека. Охренеть. Нихрена себе. Вот это да. Ой, мы так и не заходили. Погоди, тут их и этот. Нет, это деревяшка. Так, а это. Кремень. Нет? Не знаю, что это такое. Что-то прям совсем уже. Не, ну что-то совсем древнее. Да. Какая-то хрень. Так. Опа, еще. Опа. Блин, а запечатано. Вот это да. Я думаю, вот лучше бы монеты находили, блин, как золотые. Ну да. Не, ну все равно. Блин, сколько бутылочек. Офигенно. Я, кстати, давно хотел. Слушай, они по 500 рублей продаются. 1500 уже. Подожди. Полторы? Две. О, тихо, на просвет. С орлом. Аптека.
формации. И вот орел с двумя головами. Офигеть! Так, 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 так. Ух ты! Это прям надо смотреть. Это. Нет, это не надо. Да, я думал, какой-то, может, образок запечатанный. Подожди, а крынки мне покажи. Да вот они. А вот этот будешь бутылку собирать? Конечно, буду. А это вот тоже старая бутылка, да? Ну это да, но она такая. Мы полезли за этой бутылкой, и я решил покопаться. Да. И нашли еще массу. Слушай, ну это тоже древнее. Да. Это тоже древнее, походу. Вот это что за вещь-то прям интересно. Прям. Не знаю. Камень какой-то. Я бы забрал, показал их археологам. Вдруг ну как будто интересно. Бы это, да, кремень не может огонь высекать. Так, экстремальные раскопки руками продолжаются. Это что у нас? Оселок. Оселок косу точить. Точильный камень. Прекрасно. Так. О, краники. Это трубки. Трубки курительные. Смотри. Блядь, сука, блядь, инуха. Ебая. Ой, твою мать. Охренеть. Охренеть. Это пиздец. Простите. Слушай, походу в этом что-то спрятано все-таки. Слушай, тут трубки. Слушай, мы не будем кого показывать. Мне кажется, это видео. Видео мы не будем показывать. У тебя картина, блядь. Чего он еще пузырек? Что-то чугуночек какой-то, смотри. Или что это такое? Нет. Что это такое? Это кусочек чего? Это да, горшок с ручкой. Ну да, горшочек с ручкой маленький. Сейчас он, причем он целиковый был, я его. Ты его сломал? Ну, возможно, да. Есть сокровище? Сейчас посмотрим. В нем еще черепок. Ну, я, наверное, был сломанный. Я залезу к тебе. Это тоже? Наверное. Это от трубки, наверное, нет? Да, возможно. Да, это похож на трубку. Давай раскладывай. Смотри, вот еще один. Хоп. Блин, забраться со мной. Да, это Божья Матерь, и тут два святых. С битнем, погоди, там написано, или что это, с битнем наверху. Смотри, вот еще одна. Стоп, вот еще одна, достаю. Хоп, с орлом. Слушай, что тут, почему так зарыто? Я не знаю это вообще, что за угол. Блин, вот их тут. Офигеть! С этикеткой! Охуеть! С орлами! Смотри, а вот этот, крышечка была. Крышечка. Блядь, это что мы за музей раскопали? Я не знаю. Мы никому это не будем показывать. Еще трубка. Еще трубка с лицом. Так, все. Олег, а здесь тоже да, этикетка, здесь, да? Да, да, вот этикетка, смотрите. Карусель. Тут надпись. Вот она. Доставай. Охренеть, охренеть. Так, это что у нас? Тут, блядь, ей копаться надо. Посеивать надо все вообще. Мне кажется. Что такое? Не знаю. Лыбка. Погоди, это... Так. Вот они. Да тут что-то это склад бутылочек, смотри. Да. Это вот трубочки какие-то. Опа. Еще одно. Там что-то есть внутри. Стаканчик. Стаканчик с золотом. Золото. Смотри. Охренеть. Я таких не видел. А что это такое? Почему золото? Не знаю. Это золото, Илюха. Конечно. Мы нашли золото. Еще один. Смотрим.